Это «Время новостей». ТВ. Я Инна Емельянова. Здравствуйте. Сегодня президент Владимир Путин обратился к гражданам страны и заявил о частичной мобилизации в России. Глава государства выступил с речью по поводу ситуации на Донбассе и ходе специальной военной операции. По словам президента, призыву на военную службу будут подлежать только те, кто сейчас состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил нашей страны. Имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Указ о частичной мобилизации уже подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября. Сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Сегодня в исполнении указа президента Российской Федерации губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение о создании в нашем регионе призывной комиссии по частичной мобилизации. А сейчас к другим темам. Где в Волгоградской области выращивают амарант – перспективную сельскохозяйственную культуру, из которой делают муку и масло. Журналисты МТВ расскажут, что такое Белое море в нашей области и почему в нем нельзя купаться. Также познакомят вас с темами обсуждения на форуме общественной дипломатии «Диалог на Волге». Наша съемочная группа побывает и на творческой встрече волгоградских художников. Об этом и не только узнаете в эфире нашего телеканала. А в ближайшие 30 минут мы расскажем. В Волгограде завершается строительство школы Тысячника на улице Кузнецкой. Волгоградцы высоко оценили работу электробуса, который курсирует по маршруту номер 15А. Только за 7 дней он перевез свыше 3000 пассажиров. На Нижневолжском трубном заводе внедряют технологии бережливого производства. Насколько увеличится производительность предприятия благодаря нацпроекту? А в музее имени Ильи Машкова 120 художников признались в любви Волгограду через свои работы. А теперь обо всем по порядку. В Волгограде начал работу 9-й международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге». Участие в нем принимают представители из России, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Турции, Египта, Иордании, ДНР. В этом году одной из основных площадок форума стала подиумная дискуссия «Международное молодежное сотрудничество. Опыт участия и перспективы развития». Участие в ней смогли принять студенты, старшеклассники, воспитанники волгоградского ГДЮЦа. Также в программе стратегические сессии, круглые столы и многое другое. На площадке форума работает наша съемочная группа. Подробные материалы о событии мы покажем в наших следующих выпусках. Прошел около 1000 километров, перевез более 3000 пассажиров. В Волгограде уже неделю в тестовом режиме работает первый в областной столице электробус. Пока транспорт ходит по маршруту номер 15А, больничный комплекс, площадь имени Куйбышева.
Волгоградцы оставляют отзывы о работе электробуса и его характеристиках. Это позволит специалистам определить возможные перспективы дальнейшего использования такого вида подвижного состава на дорогах областного центра. За неделю получено свыше 250 откликов. Рассматривается возможность организации работы электробуса в Волгограде на другом маршруте. Чтобы испытать подвижной состав в действии, завод-изготовитель предоставил Волгограду одну транспортную единицу. Электробус производства КАМАЗ развивает скорость до 70 км в час и вмещает 85 пассажиров. Запаса хода при полной зарядке аккумуляторных батарей хватает до 70 км в пути. Машина оборудована пандусом для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. Для удобства также в салоне размещены USB-разъемы для зарядки мобильных гаджетов. Электробус уверенно работает в диапазоне температур от плюс 40 до минус 45 градусов. Один из плюсов такого вида транспорта – экономичность в обслуживании. Для работы на маршруте ему не нужна контактная сеть и другая специальная инфраструктура. При принятии решения о возможности приобретения партии электробусов для работы на улицах Волгограда муниципалитет будет учитывать отзывы горожан о комфорте передвижения в таком виде транспорта. Строительство школы Тысячника на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе на финишной прямой. Штукатурные работы завершены на 50%. Рабочие приступили к чистовой отделке помещений. Продолжается устройство внутренних инженерных сетей и укладка кафельной плитки. Продолжается облицовка фасада здания яркими панелями. Эти работы тоже выполнены наполовину. На прилегающем участке готовят щебеночное основание под устройство футбольного поля и многофункциональных спортивных площадок. На финальном этапе здесь будет смонтировано травмобезопасное покрытие. На объекте ежедневно задействовано 8 единиц спецтехники и порядка 120 рабочих. В новой школе разместятся 40 классов, школьный деловой центр, лингофонные кабинеты, современный пищеблок, актовый зал на 336 мест, библиотека, профильные мастерские и лаборатории. Пространство образовательного учреждения адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа по улице Кузнецкой станет четвертым учреждением, которое построят в Волгограде за последние годы. Уже сданы школа на 800 учащихся в Кировском районе и общеобразовательное учреждение на 1000 мест в Советском. 1 сентября этого года открыла двери для маленьких жителей Красноармейского района новая школа по улице 2 Штурманской. Продолжаются работы по возведению школы Тысячника по улице Шексинской. Завершено проектирование школы по улице Картоева в Дзержинском районе. По результатам конкурсных процедур определен подрядчик, который займется проектированием и строительством школы в микрорайоне Комарова Советского района. В ближайших планах муниципалитета – возведение учебного заведения в поселке ГЭС в Тракторозаводском районе. 508 кизильников и 80 черемух, новое газонное покрытие и поливочный водопровод, паркинг на 50 мест и новые тротуарные дорожки. В Волгограде специалисты преобразили склон центральной набережной напротив речного порта. Обновление рекреационной зоны выполнили в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Рабочие преобразили территорию на площади около 10 тысяч квадратных метров, установили 20 светоточек и привели в порядок лестничный сход от верхней террасы к ракадной дороге. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» восстановили и дорожное полотно на местном проезде вдоль нулевой продольной магистрали. По итогам рейтингового голосования по благоустройству волгоградцы проголосовали за продолжение работ на этой территории и в 2023 году. Включить объект в план по благоустройству на 2022 год поручил глава Волгограда Владимир Марченко. В центре Волгограда создается единое рекреационное пространство вдоль реки Волги. Уже обновлена часть верхней террасы центральной набережной от улицы Краснознаменской до Музыкального театра. В этом году ее преобразили до улицы Ковентри. Отреставрировали и саму историческую лестницу по улице Ковентри. В этом году после масштабной реконструкции в рамках празднования Дня Волгограда открыли парк на нижней террасе и новый амфитеатр. На праздник пришли тысячи горожан и гостей. На месте заброшенных локаций специалисты создали парк Царицынский и сквер Угасителя.
Муниципальный центр управления транспортом участвует во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Он успешно прошел региональный этап и вышел на федеральный уровень. Отметим, центр был создан в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Его главные задачи – мониторинг дорожного движения и транспортного обслуживания населения, реагирование на внештатные ситуации, координация работы профильных служб. Сегодня Волгоград входит в десятку крупнейших городов России по уровню цифровизации городского хозяйства по итогам 2021 года. Работа в этом направлении продолжается. Муниципальный центр управления транспортом разрабатывает новые схемы организации дорожного движения, следит за работой умных светофоров. К примеру, специалисты изменили алгоритм движения транспорта на перекрестке улиц Кирова и 64-й армии. Пропускная способность участка увеличилась. Еще одна задача центра – мониторинг движения общественного транспорта и пассажиропотока для корректировки при необходимости, расписания или схем движения автобусов, троллейбусов и трамваев. Так, в соответствии с заполняемостью салона, на троллейбусном маршруте номер 8А оптимизировали количество подвижного состава. Сегодня обстановку на волгоградских дорогах мониторят через 112 камер видеонаблюдения, но в перспективе их станет больше 500. А значит, реагирование на изменения дорожной обстановки и оповещение экстренных служб будет еще более оперативным. В Дзержинском районе Волгограда специалисты приступили к ремонту дороги на проспекте Жукова. Реконструкцию дорожного покрытия ведут от улицы Каспийской до улицы Джанибековской в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь покрытия, которую предстоит восстановить, превышает 16 тысяч квадратных метров. Последний раз капремонт проспекта Жукова проводили в 2016 году. Асфальт заменили на площади более 13 тысяч квадратных метров от улицы Рокоссовской до Самарского разъезда. Новое полотно прослужило более 6 лет, полтора гарантийного срока. В последнее время из-за высоких транспортных нагрузок на проспекте Жукова образовались дефекты. Для сохранения качества дорожного покрытия и приняли решение восстановить полотно на ряде участков магистрали. В прошлом году рабочие обновили участок от улицы Рокоссовского до улицы Каспийской. В 2022 году отрезок от Каспийской до Джанибековской. Специалисты снимут старое покрытие, восстановят колодезные группы и уложат двухслойный асфальт. Предстоит обустроить и все соединительные проезды и примыкания. Во время обновления проезжей части на улице Жукова возможны затруднения при движении автомобилей. Первый этап реновации на проспекте Жукова – демонтаж старого бортового камня. Параллельно идут работы по фрезерованию асфальтного покрытия. Основную часть работы планируют проводить ночью в период минимального трафика. А в этом году в Дзержинском районе в рамках нацпроекта восстановили более 10 дорожных объектов. На значительной части дорог работы завершены. Специалисты службы заказчика ведут приемку объектов в эксплуатацию. Всего в Волгограде в этом дорожно-строительном сезоне запланировали комплексно обновить свыше 70 объектов. Сотрудники муниципалитета отметили, Волгоград – единственный город-миллионник, который не имеет объездной дороги, и пока весь транзитный транспорт движется по улицам города-героя. А теперь о ситуации с коронавирусом. Еще 803 жителя Волгоградской области заразились COVID-19, 146 из них – дети. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано. После полного выздоровления врачи выписали чуть более 1400 человек. Увеличить объемы выпускаемой продукции, в разы повысить компетенции персонала, внедрить на производство бережливые инструменты. Коллектив Нижневолжского трубного завода присоединился к федеральной программе по оптимизации производительности труда. Участие в нацпроекте позволит предприятию увеличить объем выпуска продукции на 12%. На площадке завода сотрудники предприятия и эксперты регионального центра компетенции провели стартовое совещание. С подробностями Дарья Коломыченко. Бережливые технологии на Нижневолжском трубном заводе внедрят уже в этом году. В качестве пилотной площадки стал цех со станом 25-102. Здесь выпускают круглые и прямоугольные трубы разного диаметра. Продукцию изготавливают по отечественным и европейским стандартам. И востребована она не только в России, но и за рубежом. Трубы газопроводные, водопроводные, также строительные. Но на этом участке производится труба, выпускается до 800 тонн за сутки. Именно на этом стане выпускается
это круглая труба ДН-25 до 127 трубы. Так же, как и профильная труба А-25 на 25 и 100 на 100. Сейчас производительность линии 110 погонных метров в минуту. Участие в нацпроекте этот показатель заметно повысит, что позволит в разы уменьшить время на переналадку оборудования. Это один из трех главных цехов завода, и в качестве эталонного он выбран не случайно. Он представляет собой полный законченный цикл производства. Это подача рулона, порезка его на агрегатах продольной резки и дальше уже непосредственно сварка на стане. Также упаковка готовой продукции, отгрузка. То есть это как имитирует все наши процессы в миниатюре. Именно здесь мы будем выявлять узкие места, расшивать их, добиваться повышение производительности труда. В настоящий момент на заводе выпускают около 5000 типоразмеров стальных труб различной длины, толщины и марок стали. В ближайшее время эксперты РЦК проведут диагностику предприятия, выявят проблемные места и предложат способы улучшения производственного процесса. Универсально ко всем отраслям есть такой ключик, как бережливое производство, которое помогает найти в каждом процессе потери и постараться их минимизировать. Потери – это те действия, которые компания осуществляет, привлекает к этим действиям труд, то есть производятся затраты, но конечного результата к продукту это не приносит. Ранее работники Нижневолжского трубного завода уже освоили базовые знания бережливого производства. 8 сотрудников прошли обязательные курсы по ряду направлений, среди которых картрирование, декомпозиция целей, реализация проекта по улучшению. Важный ключ к успеху – это системно организовать работу на месте. И здесь для нас большое подспорье национальный проект «Производительность труда», потому что он нам позволит как раз эту системную работу организовать. В результате этого проекта мы рассчитываем повысить производство, объем производства готовой продукции как минимум на 12,5%. В Волгоградской области методики бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда» осваивают сотрудники 56 предприятий. Благодаря участию в федеральной программе им уже удалось повысить свою эффективность на 19%. При этом запасы незавершенного производства сократили на 23%. Всего до конца 2024 года к нацпроекту планируется привлечь 66 региональных компаний. Дарья Коломыченко, Виктор Хиврин. Время новостей. Отложили учебники и показали, на что способны в прыжках, подтягиваниях и отжиманиях. В Волгу прошел фестиваль ГТО, приуроченный к Международному дню студенческого спорта. Насколько студенты этого вуза готовы к труду и обороне, и представители какого института Волгу оказались сильнее в спорте на спортивных площадках, узнала Лейла Джумалиева. Такие разные, но схожие в одном стремлении преодолеть себя. Они – будущие юристы и экономисты, журналисты и политики, деятели искусств, офисные работники и постоянные путешественники, объединенные любовью к спорту. Здесь и те, кто пробует свои силы в ГТО впервые, и те, кто отлично выполняет все нормативы комплекса. Максим Деревянко уже получил золотой ГТО, но на этом не остановился. Спортом я занимаюсь с самого детства, то есть в 3-м классе отец отдал меня на карате, и тогда у меня уже начала прививаться любовь к спорту. На настоящий момент я поддерживаю свою физическую форму. Мне очень нравится идея о том, что ГТО, фестиваль ГТО проводится в стенах нашего родного вуза Волгу. Здесь сложилась очень атмосферная обстановка. Чтобы получить значок ГТО, студентам нужно было пройти 3 этапа – прыжки с места, отжимания и наклоны вперед из положения стоя. За выполнением каждого испытания внимательно следят судьи. Сейчас прыжки в длину, прыгнул 2,50, заработал в своей команде 62 балла. Спортом я занимаюсь почти с рождения, потому что мне нравится вести здоровый образ жизни. Вот. Ну и в принципе это классно. Третий этап – это гибкость. Гибкость не мое, но команда у меня сильная. Вот. Надеюсь, победу сегодня заберем. Командный дух на высшем уровне, несмотря на то, что мы учимся на первом курсе. Ребята очень хорошо взаимодействуют, коммуницируют, общаются. Все очень дружные ребята. Очень круто, немного руки болят. Я сделала 30, но рассчитывала на большее. Все было очень круто, команда поддерживала лучше всех. 3 этапа, 9 факультетов и около 100 участников. Эмоции, драйв, бесконечные всплески энергии и безудержное желание победить. Но как бы сильно ни соперничали студенты всех институтов Волгу, они одна семья. Все умею, все могу, потому что из Волгу.
очень круто. Я очень рада, что у нас проводятся такие соревнования, как ГТО, что у нас очень много спортсменов, в принципе, во всем университете, не только в нашем институте. Очень крутая атмосфера. Для нас главное участие, главные эмоции, главное то, как мы выступаем, а это самое главное, что мы вместе все. Для одних значение нормативов развлечения, для других – проверка сил. Золотой значок ГТО в жизни некоторых оказался и весомым бонусом. Я занимаюсь уже 8-й год баскетболом. Я сдавал, вот я поступил, в 11 класс сдавал ГТО, золотой значок получил, баллы добавились к поступлению из-за него, поэтому я решил поучаствовать, проверить еще раз свои силы. Мы уже проходим второй этап, ребята все способные. Мальчик на гибкости прошел максимум, как бы сделал больше, чем надо было. Немного переживаем, конечно, уверена, что все получится. Вот остался еще последний этап. На фестивале ГТО как любители, так и те, для кого спорт – музыка души. У спортсменов со стажем не только желание победить, но и четкая стратегия действий, которой придерживается вся команда, а также грамотная оценка соперников. Легкоатлетическая база, она дает все-таки некоторую основу. Поэтому прыгнул я хорошо, лично у себя в команде лучше всех. Но при этом у нас все равно достаточно неплохая команда, потому что у нас почти все набраны из сборной легкой атлетики. И для нас, как легкоатлетов, очень, можно сказать, несправедливо, потому что все беговые дисциплины вычеркнуты, где мы могли бы просто всех уничтожать и унижать. Соревноваться в силе, беге и выносливости студенты Волгу могут постоянно. И наша задача, чтобы студенты получали удовольствие от занятий спортом, общение было у них хорошее. А результат, он приходит сам собой, потому что это командные соревнования. И каждый стремится вложить свою лепту и набрать максимальное количество очков для команды. Лучшие из ребят попадут в сборную вузов. В прошлом сезоне сборные студентов Волгу стали участниками чемпионата России по ГТО в городе Грозный. Лейла Джумалиева, Виталий Грищенко, «Время новостей». В Красноармейском районе полицейские раскрыли грабеж. Задержан неработающий, неоднократно судимый местный житель. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Как удалось раскрыть преступление? Сводку происшествий за минувшие сутки предоставит сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Яна Маркина. В Красноармейском районе полицейские раскрыли грабеж. В полицию с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что на улице к нему подошел неизвестный мужчина и, ударив его, выхватил сотовый телефон, а затем скрылся. В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 34-летний, неработающий, неоднократно судимый местный житель. Задержанный сознался в содеянном. Похищенный телефон он продал, а деньги потратил на спиртное. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до 7 лет лишения свободы. В Волгограде оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии телефонных мошенничеств в отношении пенсионеров. В августе текущего года в полицию поступили несколько заявлений от пожилых жителей города Волгограда и Волжского. Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные и сообщали, что их родственники совершили дорожно-транспортное происшествие. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленники требовали деньги, которые пенсионеры передавали курьерам. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к этим преступлениям жителя Саратовской области и двоих жителей Волгоградской области, один из которых несовершеннолетний. Установлено, что именно они выполняли незаконную деятельность по сбору у пенсионеров денег. В большинстве случаев собранные с потерпевших денежные средства подозреваемые оставляли себе. Уже установлена их причастность к совершению 6 таких преступлений. Общий ущерб, причиненный пенсионерам, составляет почти 1,5 миллиона рублей. Задержанные находятся под стражей. Очередные факты мошенничества зарегистрированы на территории города Волгограда. Работник завода из Советского района лишился 1,5 миллиона рублей, поверив звонившему мужчине, который представился ему сотрудником банка и предложил перевести деньги на так называемый безопасный счет, чтобы избежать несанкционированного списания. В Волгограде
Юнец незамедлительно перевел деньги на номера счетов, которые ему в телефонном разговоре продиктовал злоумышленник. Уважаемые граждане, чтобы не стать жертвой мошенников, помните простые правила. Не сообщайте незнакомым реквизиты своих карт. Не впадайте в панику от услышанного. Не переводите неизвестным свои сбережения. Открыть для себя Волгоград с новой стороны, взглянуть на забытые сегодня и известные в прошлом улочки и здания родного города. Более 100 волгоградских художников-графистов, каждый по-особенному в своей манере признались в любви к городу-герою. Свои рисунки они представили в музее имени Ильи Машкова. Дарья Денисова продолжит тему. Мистический и повседневный, в капельках дождя, строящийся и развивающийся. Таким Волгоград изобразили 120 талантливых художников. Как возводили самую большую в Европе ГЭС, строили центральную набережную и железнодорожные пути. Как видоизменялся знаменитый планетарий и жилые дома советского периода. Все это работы мастеров графики Царицына, Сталинграда, Волгограда. Основная идея выставки «Художник в городе» заключается в том, что мы постарались отследить во времени и пространстве, то есть начиная с 20-х годов прошлого столетия и по сегодняшний день, как художник видит город. Проследить, как менялся облик города на Волге, а вместе с ним и видение художниками городской среды. Большинство авторов воспринимают историю Царицына, Сталинграда, Волгограда как глубоко личную, связанную с воспоминаниями о родных местах. В экспозиции две части – работы художников прошлого и рисунки современных авторов. Эта часть посвящена конкретно образу города на Волге. Да, как следует из самого названия нашего города, Волгоград, город, расположенный на реке, на воде. И, конечно, это создает определенный, весьма конкретный образ у художника. Приковывают взгляд работы волгоградца Василия Стригина. Он начал рисовать еще до войны и продолжал на протяжении всей жизни. Он делал небольшие зарисовки на натуре, а впоследствии создавал большие тематические картины, связанные не только со строительством промышленных объектов, но и процессом обновления Волгограда, перевоплощением его в прекрасный город будущего, который расцветал у него на глазах. Работы, представленные на выставке, относятся к началу 60-х годов прошлого века. Это объясняет и настроение художника. Оттепель, ощущение свежести, чистоты, воздуха перемен. Стригина, кстати, многие волгоградские зрители знают как художника, изображавшего процессы строительства Сталинградской ГЭС. И он был одним из тех, кто достаточно много времени проводил, наблюдая за этим масштабным процессом строительства. В экспозиции представлены архитектурные пейзажи и рисунки городской среды. Ряды жителей в ироничной и шутливой манере. Например, работы Натальи Рожок и Елизаветы Коваль, а также небольшие шаржи, которые рисует Владимир Шолох. Работы талантливых художников пропитаны любовью к Волгограду. На бумаге по-разному изображены всем знакомые улицы и здания. Несколько работ посвящены простым горожанам. Здесь художник изобразил своих современников, которые однажды с ним ехали в автобусе. Удивительно, но, может быть, кто-то разглядит в них своих знакомых. Оригинальная или печатная графика, карандашный или угольный рисунок, акварель. Современные художники, опытные или только начинающие свой творческий путь, выбирают для себя абсолютно различные возможности графического искусства. В рамках большого выставочного проекта «Художник в городе» действует творческая лаборатория. Многие молодые начинающие волгоградские художники создавали графические произведения за 2-3 месяца. Цель каждого творца – рассказать, как меняется Волгоград, развиваются или, к сожалению, увядают со временем значимые архитектурные постройки, донести этот посыл до зрителя в различных формах графических произведений. Очень рады тому, что получили большой отклик от современных волгоградских художников разных поколений. Это и опытные художники, которые имеют большой стаж в искусстве, и начинающие молодые авторы. Яркие фломастеры или карандаш, размытые или четкие линии, люди или дома. Графика на выставке разнообразна, но любовь к городу и желание показать всем, какой он город на Волге, постарались донести художники-графисты. Интересные, сложные или наоборот простые образы заставляют зрителя задуматься и прочувствовать то же настроение, что и испытывал автор. Для любого российского города очень важно осознать ценность того места, в котором
житель этого конкретного города проживает, да, где он работает, где он учится. Мы планируем ряд выставок на соответствующую тематику, связанную непосредственно с образами нашего города. Дарья Денисова, Роман Седлецкий. Время новостей. В кино она сыграла всего одну главную роль, но уже при жизни ее называли величайшей актрисой 20 века. Ее обожали все, от простых рабочих до сильных мира сего. Но сама о себе она говорила так: «Если бы я села писать мемуары, это была бы жалобная книга». О великой Фаине Раневской пойдет сегодня речь в программе Андрея Чернышова «Легенды кино». Смотрите в 14:30 сразу после выпуска новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Делитесь собственным мнением в комментариях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на rutube.ru. Не пропустите главное, подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Встретимся в эфире уже в 17:00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов.